Всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, продолжаем WWE 2020. У нас вновь SmackDown, хотел сказать, нет, не SmackDown, SummerSlam 2020. Да, и кричат там поджигай, и да, будем сейчас зажигать, и выходит Сет, мать его, Роллинс. Сет Фриклин Роллинс. Очень-очень необычный у него будет сегодня противник. Я прям когда узнал, сам офигел. Не знаю, что из этого всего получится. По идее, Сет должен победить очень и очень легко. Тем более, мы за него играем, я не знаю. Посмотрим, сделаем что-нибудь красивое, что-нибудь прям офигительное. Надеюсь, что вам понравится, и вы поставите на этот видосик лайкосик. This is the match we've all been waiting for, and the electricity level in the arena right now is unlike anything I've ever felt. Что ж, я, в принципе, не буду томить, вы в любом случае уже видели картинку, так что... Противником нашим сегодня будет Доминик Мистерио, это сын именитого, великого и ужасного Рея Мистерио. Я не знаю, насколько Доминик хорош, но мне кажется, ему еще рановато. По крайней мере, рановато сражаться с этим Роллинсом. По идее, надо было сделать вообще где-то на парковке драку, но там она могла очень быстро закончиться, так что я решил сделать это все на ринге. Хотя она и должна быть на ринге. Да, это я куплю. Это просто обычно назывался там... Не помню, как точно, ну, типа не на ринге. Где-то там. Типа как заварушка на улице. Блин, не помню совершенно, как это все называлось. Ну ладно. Блин, а неплохо, кстати, сделали Доминика. В принципе, похож. Ну давай, Доминик. Покажи, на что ты способен. Neither man looks like they are remotely entertaining the idea of backing down. This is gonna be good. Ну, смотри, сразу же не сдался, это уже хорошо. Это уже хорошо. Даже что-то может. Окей. Окей, будем знать. Perhaps thinking about what to do next here. Scoop slam! Жаль, что нельзя. Опа. Ну, по идее, должно быть избиение. Просто избиение. Уф. Уф. Ау, вот это больно. Это очень больно должно быть. Ну тогда можно... Ты уже встаешь? Ты уже отлежался, что ли? Ой, прости, судья. Судья, прости, я не специально, это он. Это все он. Нет, реверснул? Да ну, серьезно. Офигеть. Ну давай посмотрим, на что ты способен, Доминик. Окей. Я тоже так умею. Definitely not where you want to be right now.
Ну все, Доминик. Доминик, прости меня, пожалуйста. Я не хотел. Но что делать? Я понимаю полностью Доминика, что он пришел тут отомстить за отца. Но ничего не поделать. Как бы ничего личного, как говорится. Including in the United Kingdom, Canada, ow. Germany, ow. Australia, New Zealand, and Austria. Молодец. А что теперь? Oh, flipping the script on him there. Hey, 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 тихо, 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 все, успокойся. Oh, able to counter. And again, reverse. Another counter. Так, мне надо, чтобы ты ушел. Отлично. Отлично. Сейчас, значит, будем ломать столы. Будем ломать столы. Будем, да, да, именно так. Будем ломать. Оу. Офигеть. А почему мне даже топ-момент не дали за это? Серьезно? Почему? Почему? Очень странно. Ну, конечно. Хорош. Бум! It's been an hellacious encounter thus far. The tides have swung in multiple directions. It's anyone's guess how this one's gonna end. Жаль, что нету ОМГ. Жаль, что нету ОМГ. О май гад, Балу. Прикольные кроссовки у Доминика. Но они ему сегодня не помогут. Оу! Охренеть. Это опасно. Да, это опасно. И это... Так и получилось. Так и получилось. Ау. Хорош. Не, не хорош. Совершенно не хорош. Я жду от него 609. Ой, 619. Или 6... Подожди. Оу. Ничего себе. Это неплохо. Это неплохо было сейчас. Но этого мало. Этого очень и очень мало для сета. Хорош. Хорош. Не-не-не-не-не-не. Нет. Не надо, Доминик. Ну, сделаешь? Ну, сделай. Ну, что ты делаешь? Это не то. Это совершенно не то, что я ждал. Да-да-да, вот, вот, вот теперь иди. Хорош. Вот я тебя и подловил. Вот я тебя и подловил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Так, это что? Это что происходит? Что происходит? Тихо. Так, Доминик камбэкнул. Камбэкнул, я понял. Хорош. Thank you.
Серьезно? Но у него камбэк закончился. Отлично. Но я думаю, это все. Надо заканчивать с Домиником. Бум! Это точно все. И это 100% уже все. Ну да, после этого невозможно встать. Это сотряс. По идее. Блин, ну мне понравилось. Доминик молодец. Все сделал грамотно. Если бы он сделал нормальный финиш, не ждал. Ну, я не знаю, пока компьютер почему-то не делает его. Вот этот нормальный финишер, который вот идет после 69i. Так, можно брейкнуть. Можно брейкнуть, но даже не знаю. Ну что? А, была не была. Доминик, ты где? Родной мой. I think business is about to pick up. Looking for a schoolboy. Uh-oh. Super. Я не знаю, дадут мне сейчас сделать ОМГ. Если да, то будет офигительно. А у него нет ОМГ. Отвратительно. Отвратительно. Ну, может быть, успею. Может быть, успею. Это что такое? Это не финишер. Это совершенно не финишер. Да я успел бы, блин. Хорош. Ага, игра. Как обычно. Ладно, ребятки, надеюсь, что вам понравился этот бой. И вы поставите лайкосик. Подпишется, кто этого еще не сделал. Жмите колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Максим, канал GG Family. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.